Дворовый перебор «Nothing Else Matters». Что же здесь за шокирующие мысли сейчас будут озвучены? Недавно увидел, как Петрович смотрит «Star Way to Heaven», сказал, что дворовый перебор. «Nothing Else Matters» тоже получается? Ну, вообще, принципе, да. И что, все? Что это было, блядь? Вы видели это? Срочно нарезка. Я вообще охуел. Я, короче, хотел сделать плов, и он тупо, блядь, не сделался. Что это вообще? Я вообще просто... Я впервые жизни вообще вижу. Блядь, будем считать, что этого не было, короче. Вообще, ну да. Это что-то нереальное. Сначала абзац текст ТПС двоеточие. Виктор из Магарес-Гварда, спасибо большое за донат. Спасибо большое за донат. Слушайте, тут, честно говоря, вот странно очень. Хайлайтер что-то хуйню сделал. С одной стороны, просмотры-то он набрал на этом. С другой стороны, а что тут? Где мысль-то вообще какая? Ну, типа, ну, Саня Блинов, типа, ободлился единственный раз в жизни. Не сыграл этот дворовый перебор. Но в целом-то это правда дворовый перебор? Это там плюс-минус первое, второе, там третье, пятое, десятое, что люди учатся играть на гитаре в любом дворе. Как бы... Я помню, у меня была гитара, я ее там куда-то принес, и такой, о, смотри, что могу, я такой. Чел, ну да, типа, хз. Просто, что, ну, наверное, только комменты почитать. Бля, какой-то спам. Герлу таким не заимпрессишь, типа, чел тоже рафланул, видимо. Накило промахнулся. Не знаю, какую-то полную хуйню. То есть, честно, и видос хуйня, и в комментах полная хуйня. Прям нечего сказать.